Авиазавод! 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 Говорит волна. У аппарата Новиков. Находимся в беспосадочном испытательном полете 37 часов 42 минуты. Наша машина замечательная машина, высокий класс. Словом, можно поздравить весь коллектив завода с прекрасной машиной. Над заводом пролетим примерно 17:30. Можете полюбоваться. Да-да, скучаем без газет. Какие новости? Пока. Перехожу на прием. Иди сон на мою голову. Передаю последние новости. Канал Вилюйский убивается Васька Булочки. Она считается, что он такой труд. И чтобы доказать, Васька будет прыгать с парашюта. Чисто Ленинская. Ничего себе дочку вырастил. Чего? Я говорю, ничего себе дочку вырастил, Люську. Заставляет ребят с неба прыгать. А ты что, ревнуешь? Все равно Васька не прыгнет. А как прыгнет? Вы ты, Отелло, за приборами следи. Выпарю. Перехожу на прием. Передача не знаю. Ответа не расслышал. А минуточку. Передаю мой табель ответов. История, хор, география, хор, математика, отлично. Литература, посередине неразборчиво. Да? Угу. Так. Слушай, Игнатьев, объясни это мне ради бога.
Сколько лет я тебя знаю? 20 лет. Ну почему мне от тебя ничего, кроме неприятностей? Погоди, но... Да. Так, 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 да. Понятно. Подожди, ты не уходи, не уходи. Ведь ты ж прекрасно знаешь, Игнатий, что при теперешней обстановке мы должны сокращать отпуска до минимума. До минимума. А ты, тетка, уперся в землю лбом. Я слушаю, слушаю, ты не беспокойся. Так, так. Понятно. Не уходи, не уходи. Так. Да. А ты вот уперся в землю лбом и стоп. Ты беспартийный? Беспартийный. Ты большевик? Большевик. Значит, что? Да я слушаю, слушаю. Да ты не обращай на меня внимания. Я все слышу. Так, понятно. Значит, что? Значит, ты несешь перед партией рабочим классом такую же ответственность, как и я. Чти положение. Я-то учитываю. У нас всегда какое-нибудь положение. А вот ты не учитываешь, что человек не каменный. Нет, я учитываю. Да, записала. А вот ты не учитываешь. Стоп! Я не учитываю. Нет, это ты не учитываешь. Бабушка, папа летит! Сережа летит! Товарищ Новик! Сережа! Да Лероны, посмотри! Учти! Моя работа! Чудно. Прошел все комиссии, прыгай, Люся. Кто? Я. Интересно. С чего это ты так? А чтоб ты раз и навсегда знала, какой я трус. Давно пора, Вася. А то у всех ребят вот, а у тебя? Ну, оставьте свои намеки и улыбки. Довольно насмешек. Осматривай. Позволь. Но ведь ты же прошел все комиссии. Ну, все-таки знаешь ли. У меня есть сомнения. Это горло за последнее время. Сердце. Разденься, больной. А, пожалуйста. И разденусь. И очень просто. Пожалуйста. Папа летит! Папа летит! Папа! Папа! Товарищ Новиков! Люся, ты на фюзеляж-то, на фюзеляж-то обрати внимание! Моя работа! Вот красота машины, а! Товарищ Новиков! Товарищ Новиков! Товарищ Новиков! Товарищ Новиков! На что жалуетесь? На что жалуетесь? На сердце. В образцовом порядке. Вздохните. Откройте рот. Скажите, а? А. Быстро скажите какую-нибудь фразу. Я вас люблю. Ты абсолютно здоров. Факт. Факт. Как бык. Значит, могу прыгать. Как бык. Ты ручаешься? Ручаюсь. Ну, чудно. Только ты имей в виду, вся ответственность на тебе. Угу. Ну, тогда чудно. Значит, все. Да, а легкий. Хороший. Ну, чудно, чудно. Чудно.
почему я такой? Ух, трус! Чудно. Нет, не могу. Знаю.
Иду на посадку. Здорово, Светлана, товарищ. Привет. Товарищ директор, полет продолжался 62 часа 7 минут. Моторы работали безотказно. Самолет показал высокие летные качества. Никаких происшествий не произошло. Кружка?
Ивиахима. Кружка. Кружок. Не нравится мне этот кружок. Не думайте того, что вы думаете. Она не испортилась. Кто? Да бабушкина кровать. Ах ты, буденыш. Ах ты, буденыш. Все равно. Выпарю. Товарищи, товарищи. А то не хочешь. А ну повернись. Хорошо. Так вот, по-моему, хвостовое оперение длинновато. Последней конструкции. Ну ладно, лети, а то опаздываешь. Сережа, не слишком вызывающе. Юрка! Ну, как бабушка? Ничего. А ну, бабушка, повернись. А ну, бабушка, еще раз повернись. Ну как? Не чересчур вызывающе? Фюзеляж коротковат. Устаревшая конструкция. Да ну вас! Много вы понимаете. Ну вас! Пошли, пошли, а то опоздаем. Ну, сынок, не скучай. Граждане! Последнее изобретение!
Хорошо. А, Яков, ну, чудно. Иванова. Кармен? Люблю Кармен. Спать не полагает. Товарищи, волк сбросил овечью шкуру. Только что, без объявления войны, без предупреждения, порвав как ничтожный клочок бумаги все свои обязательства, враг перешел нашу границу. Он пытался внезапным налетом прорваться к нам в тыл и поразить наше сердце. Он не сумел прорваться. Он просчитался. Его эскадрилья сметена нашими воздушными частями. Враг посягнул на нашу землю,
на наш мирный труд, на революцию, на коммунизм. Он должен быть разбит, раздавлен, уничтожен, сметен с лица земли. Война началась. Давай заглянем за приемный, не спим холодных и рабов, и пить наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Члены парткома остаются здесь. Внимание! Инженеры и техники собираются в помещении инструментального цеха. Пионеры собираются в верхнем фойе. Члены партии, кандидаты и комсомольцы, немедленно собирайтесь в помещении столовой. Все на лицо? Все, кроме Новикова. Новиков лежит. Он болен. Простите. Я, кажется, опоздал. Это что? Это 1919 колчак. Так. Ночес? Это 1920 Врангеля. Это? Польша. Это не история болезни, знаете ли, а целая история гражданской войны. Можно считать, что все в порядке. Одевайтесь. Все в порядке? А ну, пройдитесь. Пройдитесь. В порядке? В общем, в порядке. Но для проформы зайдите на счет правой ноги к картопеду. Картопеду? Картопеду. Это тут же по коридору. Вниз и направо. Направо? Направо. А без ортопеда? Абсолютно. Абсолютно. Есть картопеду. Лежите, лежите. Да? Согните ножку. Так. Великолепно. Так. Чудесно. Так. Левая ножка в полном порядке. Теперь будьте любезны, правую лапочку. Правую? Ах, правую. Правую, правую. Всю минуточку. Всю секундочку. Простите, одну минуточку. Простите. Ну, так на какой же ножке мы с вами остановились? Ах, вот на этой. На этой? Да. Отлично. Ну что ж, великолепная ножка. Впрочем, мы ее, кажется, уже осматривали.
Извольте теперь эту. Эту? Не эту, а эту. Все. Эту? Эту. Вот эту? Эту. Что? Одевайте. Грязные повреждения, а теперь почти никаких последствий. Железный организм. Прямо железный. Железный? Железный. 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 Железный? Железный. Железный! Новикова из Грома. Будешь смеяться. Зачем изволил? Тебе бы в санатории лапшу есть, а не по штабам шататься. А кто и знает, может, какой ни на есть, бомбовозик дадут. Девушка из предместья, бомбовозик, а сам по один из эскадрильи метит, а? Новиков. Ну, как тебя разнесло, будь ты проклят, а? Будик, 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 где ты видишь? Товарищ начальник штаба, представляюсь по поводу моей просьбы о назначении меня в действующую армию. Согласие руководства имею, с парторганизацией согласован. Здравствуй, Сергей. Ух, какой ты стал. Скажи, пожалуйста. Ну что ж, раз с заводом все улажено, я не возражаю. Принимай эскадрилью. Завтра предстоит серьезная операция. А сегодня явись к командиру части 12:20. Не позднее 17 часов. Есть, товарищ начальник. Явиться командиру части сегодня не позднее 17 часов. Так.
Ну, как говорится... Всего тебе наикращего. Счастливо. Ну, давай на прощание. Лупи их, гадов. Есть, товарищ начальник. Ну, одним словом. Будьте уверены. Все в порядке? Угу. Когда? Сегодня. Где же Юрка? С утра куда-то исчез. Да, вероятно, скоро явится. Прямо на фронт? Вот именно.
дали эскадрилью. А ты-то смотри там. Поосторожней. Ну-ну-ну-ну. Папка приехал! Раз. Как дела? Сегодня уезжаю в Москву, завтра на фронт. Получила назначение врачом 12-го бронеотряда. Ты только смотри там. Поосторожней. Дай мне средний лист. Папуля. Ну, папа. Здрасте! Люся. Люсь. Мы опаздываем на поезд. Чудно-чудно. Чудно-чудно. Внимание! Внимание! Кольцевой охраны! 6:24. Замечена группа тяжелых бомбардировщиков противника. Самолеты идут на высоте около 5000 метров. По курсу на северо-восток в направлении на авиазавод. Группа является спасающимся от преследования, уцелевшим звеном вражеской эскадры. Остальная часть этой эскадры разбита и частью рассеяна нашими воздушными частями во время отражения налета на наш тыл. Мне надо в партком. Дело получается серьезное. Возможны попытки диверсионных операций со стороны самолетов противника, а равно попытка освободиться от оставшихся бомб для облегчения обратного полета. Мобилизованного Ситникова. Помощь политруку. Команда охраны революционного порядка. А в газоубежище на место Кашкина кандидата Игнатьева. Ну и что же из того, что он... Воздух! Воздух! Газы, газы, газы. А мне бы хотелось, чтобы ты учитывала. Мало ли, что тебе бы хотелось? Мало, мало. Кашкина в команду охраны и революционного порядка. А чем я хуже Кашкина? Нет, ты мне скажи, почему меня в газоубежище? Ты здесь нужен. Значит, Кашкину можно, а мне, значит, нельзя. Да, тебе нельзя. А ты мне ответь, почему Кашкину можно, а мне нельзя. Я тебе 30 раз отвечала. Нет, ты учти мой ты вопрос. Учитывай, я ответь. А я тебе говорю, что почти ответь. Почему Кашкину можно, а мне... Я тебе уже об этом говорила 30 раз. Мне нельзя. Ну, ладно, поспорили и будет.
А теперь иди и занимай свое место. Вот человек. Алло? Стаб ТВО. Газы! Газы! Один их не бомбовоз удрал. Какой удрал? Бомбовоз W-22 удрал? В сторону станции Красная. Жаль, что удрал. Говоришь, воспользовался облачностью. Жаль, жаль. Ну, ладно. С утра запропал. Юрка! Юрка!
Юрка! Юрка! Здравствуйте. Мама, с человеком поговорить надо. Ну? Беда. Что? Юрка. Что? Убит. Что? А где он? Левей, левей, товарищ. Товарищи командиры, напоминаю, противник с целью восстановления своего утраченного положения в результате прорыва его фронта в настоящий момент собирается повторить попытку воздушного нападения на наш тыл. Наша задача – разгромить воздушные силы противника, тем самым обеспечить возможность проникновения наших тяжелых самолетов в тыл неприятеля для высадки десантного отряда. Помните, товарищи, что от успешного выполнения возложенной на нас боевой задачи зависит успех десантной операции и полный разгром противника на нашем участке фронта. Вопросы есть?
По самолетам. Алло? Да. Угу. Так. Понятно. Что? Вот как? Безобразие. А почему немедленно не был выключен свет во втором корпусе? Все равно. Абсолютное безобразие. Сейчас же мобилизуй на проверку маскировки всех комсомольцев. Понятно? А почему он этого не сделал? Колеблется? У члена партии не может быть колебаний. Не должно быть колебаний. Не будет колебаний. Thank you.
исходом боя и полным разгромом противников в воздухе. Командиру первого отряда обеспечить выполнение десантной операции. Сам со своим звеном обращаюсь к преследованию уцелевшего вражеского самолета. Противник поспешно отступает.